А сегодня мы с вами украсим эти наши юрточки цветной шерстью. Вот, посмотрите. Знакомьтесь, Тактахо Прокопьевна, серебряный волонтер третьей степени. В родном Закаменске она учит своих подруг работе с шерстью. Ремесло в ее семье передавалось из поколения в поколение. Родилась и выросла в семье животноводов. Мои родители работали на молочно-товарной ферме, потом на отаре работали, где 700-800 голов овец было. И там у меня вот мама сама вязала, сама из шерсти нас учила вязать носочки, прясть шерсть, одеяло шили, матрасы катали. Вот. Несколько лет назад Тактахо Прокопьевна открыла для себя новый вид работы шерстью – сухое и мокрое валяние. Оказывается, можно и многое делать. Те же игрушки, те же бижутерию можно было, оказывается, делать. Я научилась делать вот эти шапочки, вот эти маленькие сувенирчики. Это все мокрое валяние. А сухое валяние, вот эти маленькие юрточки, это сухим валянием вот сегодня мы делали. Вот. Мастерство работы шерстью не единственное, чему Тактахо Прокопьевна обучает своих подруг и детей в клубе серебряных волонтеров в бархатный сезон в рамках университета третьего возраста. Раньше игрушек не было вот в нашем детстве. Наши родители собирали при забое, собирали вот эти лодыжки, косточки собирали, и мы играли этими косточками. Сейчас вот это шаре натон, это очень интересная игра для развития ума, развития ловкости, развития внимательности. Много разновидностей игры: нягалалга, шурылга, морюрилтан, алтынсырга. И в последнее время вот появилась игра табасы. О, наконец-то! Научит Тактахо Прокопьевна работе с шерстью и мастерству игры в шагай-надан не только одноклубниц. Она представит свои таланты посетителям международной выставки форума «Россия» на ВДНХ. Именно на площадке Министерства труда мы будем демонстрировать самые лучшие практики именно наших активных героев, которые поедут в Москву. И я думаю, что посетителям именно ярмарки будет все это интересно и полезно. Выставка «Форум России» откроет свои двери уже завтра, 4 ноября. Тактахо Прокопьевна вместе со своими коллегами из других районов поделится мастерством и опытом в день, посвященный Бурятии, 15 ноября. Возрастное ограничение 0+. Пожелаем им удачи. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.